Я желаю Петру Порошенко силы, счастья, совершенства, чтобы он старался делать максимально то, что он может сделать для жителей Украины. Тем самым мы за него будем молиться, чтобы у него все получилось. Вот, ну и жители города Харькова в том числе. Ну, желаем удачи, ну и благих намерений. Потому что если он будет плохие делать поступки, дела по отношению к жителям нашей страны, то оно все вернется, у него будет проблемы большие. То есть желаю удачи. Я желаю Арсению Яценюку побольше честности, побольше сил в борьбе с коррупцией. Я желаю всем им чистой совести. Я желаю, чтобы закончилась война. Всем. Я желаю Петру Порошенко быть немножечко почестнее к людям и относиться ко всем, как относится к своей семье. А я желаю, чтобы у нас был мир и единая Украина, чтобы Порошенко обратил взор и на Донбасс. Я желаю, чтобы они все-таки проводили реформы в жизнь, те, которые пообещали. Ну, а Яценюку тоже больше дела, а меньше разговоров. Я желаю всему нашему правительству более вдумчиво относиться к своей политике. И самое главное, прекратить войну, восстановить мир. Я желаю, чтобы они оставили в покое народ. Или в следующем году, как говорится, новые какие-то параметры, там, нормальные условия для жизни создали. Но это невыносимо сейчас жить в этих условиях. Я желаю Петру Порошенко в новом году принять побольше полезных законопроектов, чтобы в стране наконец начала бы стабильность и чтобы конфеты Рошен стали еще вкуснее. Я желаю Арсению Яценюку идти в отставку. Я желаю Петру Порошенко более доверия людей, чем имеет он сейчас.